Дельта вчера его закрыл, а вот сейчас Борис Никаноров, вот это галешник. Я говорю, Локомотиву, похоже, только и надо, чтобы на них нарушали правила. И вот примерно с одного же места Локомотив забивает потрясающие голы в эти правые ворота на нашей картинке. Красавец Никаноров, очередной его гол, если быть точнее, то для Никанорова этот мяч становится...